Трое жителей Чечни задержаны по подозрению в пособничестве ополченцам. Как сообщил руководитель пресс-службы МВД республики, все они уроженцы Ачхой-Мартановского района республики. Один из них уже дал признательные показания и указал место тайника с боеприпасами. Сотрудники правоохранительных органов Чечни в городе Аргун также задержали уроженца Дагестана. По версии силовиков, он с января прошлого года являлся активным участником вооруженных формирований.